И добро пожаловать, ребятки, и это у нас Гренька, Кибергренни называется мод, короче, Паша, Пашунчик, поздоровайся. Короче, вот тут какая-то у них совместка, доктор Хак и Хилмакс какой-то, перевод текста, Алекс Кчуки какой-то, я не знаю, вот все, погнали, короче. Опа, смотри-ка. Выберите, смотри, все изменилось. Параметр дополнительных замков добавляет игровой. Ага, ну короче, они все перевели, то есть бабуля двигается медленно. Уровень сложности зависит от того, насколько игрок опытен, от легкого или экстремального. Короче, погнали, изи. Короче, все, все вот вообще шикарно тут. Вообще клево. Кому интересно, можете на паузе прочитать, если кто не знал перевод всех этих штук. Все, день первый. Короче, у нас все на русском. И это довольно-таки... Опа-на! Ты тоже охренел от потолка? Я да. Ох, офигеть! Смотри, картина космос. Погоди, это что, космический корабль? Ё-моё, так это ж круто. Погоди, а значит, какая бабка будет? Реально бабка страшная, наверное. Охренеть, тут что-то... Ещё какая-то дичь творится. Смотри, если все на русском, может, наверное, будет на русском говорить. Смотри, давай-ка сейчас бабку подзовем. Будем ее подзывать с помощью наших, опа, давай, любимых вас и так далее. Так, давай-ка открой. Это... Так, все, открывай, бабка все. Бабка тоже говорит на русском. Бабка, ну давай посмотрим. Мне интересно довольно-таки. Перевод же есть. Блин, ваза на это надхреначилась. Так, давай-ка кидай. Из будущего, потому что это все похоже на космический корабль. Опа-па, смотри, какая бабка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Бабуленька. Ну ты. Охренеть, что у нее с лицом. Смотри, что у нее с лицом. У нее, как, знаешь, если ты смотрел Терминатора, помнишь, у него вот тоже. Ё-моё, у бабки то же самое, бабка еще капкан выкинула наоборот. Знаешь, ладно, короче, погнали. И от этого, вот если бы девелопер бы это, выпустил бы какой-нибудь русификатор на игру Грейни, то бы, ну, русскую версию, что, ну, переведенную, то было просто бы цены бы не было. Так, баня тут не изменена. Короче, сейчас мы ее усыпим и разглядим рожу. Знаешь что? И знаешь, она в дыму, потому что она чинила космолет и двигатель. Да ни хрена она не в дыму, смотри на ее рожу. Ну ты стрёмная жопа. Вообще просто такая стрёмная. Офигеть. Смотри, бабка сейчас в труп пойдет. Че, прикинь. Все, будь осторожен, бабуля появится вновь через 2 минуты. Тихо. Ё-моё! Ё-моё! Блин, тебе не стрёмно? Она так близко лицом была. Короче, бабка не хочет, чтобы на нее зырили. Так, смотри. Сразу вот всю машину разламываем. Так, тут ничего. Так, погнали, посмотрим вообще полностью всю локацию, всю игру. Так, опа, тут тоже все изменено. Улицу. Смотри, я так понимаю, мы в космическом корабле. Видишь, у нас в окне находится этот, как его, космопорт, ё-моё. Ага, вот, да-да-да-да-да. Прикольненько, ё-моё. Вот сделано с три в виде иллюминатора. Вот это круто. Так, кухня точно такая же. Так, интересненькое дельце. Интересно. Так, давай-ка пройдем. Сейчас я закрою вот так, чтобы они мне не мешали ходить. Так, если что, будем иметь в виду, что бабка через 2 минуты вот уже может проснуться. Так, короче, берем шестеренку. И смотри, каждую вещь тоже переводят. Так, короче, ох ты ж, ё-моё, смотри, все изменено. Все полностью изменено, можно так сказать. Смотри, даже арбузик такой интересный. Ну-ка, давай-ка. Ну, отсюда ключ от этого. От домика. Ну, окей, есть где спрятаться. Так, короче, погнали это, медведя доставать. Нет, нам же еще надо открывать.
Ну, блин, как бы, да не надо ничего отколачивать там, вот в чем дело. Так мне кажется, или... Блин, мне показалось на секунду, что бабка за мной топает. Фух, вот это жесть. Так. Тут тоже текстурка изменена, так, давай-ка ее обрушим. Вот смотри, у меня раньше получалось вот так брать и перекидывать ключ туда, а сейчас нет. Все, короче, все, бабка очнулась, и она уже топает сюда. Смотри. Короче. Пашунчик. У нас бабка топает. Все, она доски снесла, это очень хорошо. Блин, сейчас она вовек отсюда не уйдет. Эй, какого нахрен черта? Ты чего? Я испугался. А как? Каким образом? Твою мать. Ну ладно, окей. Я сейчас обосил. А каким макаром-то вообще? Каким образом? Я вообще этого не понял. То есть я не нажимал на клавишу выход. Может, она умная стала. Сейчас смотри. Может, ее сделали умнее? Эй, сейчас, подожди, я не знаю. Так, все, бабка топает. Блин, ну это бред какой-то. Так, все. Ну, мы сейчас ее снова усыпим. Может, она услышала то, что ты типа. Ну там доски упали, может, ну ты знаешь. Смотри. Сейчас тяну со спины, как кажется. Не, она меня даже не заметила. Нам вот времени ты. Нельзя терять, чувак. Вот она лошая. Так где? Где? Жоры. Все, чувак, я спрятался. Фу. Выключай. Я ничего не выключаю. Не, я имею в виду этот бар. Не, я не выключаю. Чтобы. Фух, блински. Все, бабка спускается. Блин, бабка-то жестконькая. Это ты че? Она какая-то реально умная стала. Бабка умная. Я охреневаю. Это же гипер. Гипер, ё-моё. Гипершмипер, блински. Кстати, а меня бабка может увидеть, если я, например, вот буду бабка здесь? Интересно. Так, смотри. Это очень рискованно, но сейчас попробуем. Все, короче. Бабушенция, старушенция, топаем. Может, надо пар выключить, чтобы он туда шашла. Все, все, сиди, спи. А я пошел воровать твоего медведя. Короче. Ты там? Ты там вообще на связи? Что? Ну ты. А, о, все, короче, бабка, все, в отрубе. Че с мясом? Мясо электрон. Да. Кстати, ребят, вам понравился симулятор козла? Ну, мне он нормас. Всем привет. Смотри, кнопка изменена, 14. Вот, прикольно. Медведь. Так, все, берем медведя, медведь неизмененный. Возможно, сландрина не изменена, я хз. Ну, давай попробуем, короче. Я думаю, над этим заморачиваться разработчиком зачем. Да блин, там же легко менять текстурки. Так. Ну, Балди единственный, по-моему, где изменена она была. Нет, не в единственном. А где еще? Вроде в Гренни Рич. Все, короче. И Мус. А, ну понятно все с вами. Зажлобили. Угу. Фигня какая-то. Смотри, ну зажлобили. Так что. Это так что фигня. Ладно, ребятки, я предлагаю на этом закончить. Так что не забывайте подписываться на канал, делиться таким видео, ставьте большие пальцы вверх и давай пока-пока.
Кака!